Всем привет! Так, сегодня у меня будет такой обзор умного дома, пакетного решения. Пришел комплект нашему клиенту. Вот, сейчас я ему буду отдавать его, ну, думаю, запишу видео, обзор. Вот, комплект этот называется Metaforza, производство Германия. Это пакетное решение для небольшой квартиры или дома, квадратов 50-60. Вот такую можно сделать, полноценный умный дом, качественный. Все у вас будет работать с одного приложения. Все будет работать без нареканий. Можно подключить видеонаблюдение, датчики утечки, протечки воды, управление светом, управление отоплением. Да можно сказать, все можно подключить и сделать. Базовый комплект имеет 10 выходов нагрузки и 16 логических датчиков можно подключить. Но можно это все расширять. Есть такие устройства для расширения канала. Вот, сейчас я вам покажу этот комплект. Вот этот комплект. Это сам главный модуль Metaforza, блок управления. Сейчас я вам покажу. Вот такой вот. Сюда подключаются 10 выходов нагрузки. Сюда подключаются датчики. Здесь подключается порт для Ethernet. Это блок питания. Так, дальше. Блок питания. Вот такие вот датчики протечки воды. Они вот так устанавливаются на пол. Вода начинает появляться, замыкает эти контакты и передает сигнал на блок управления. Три датчика движения вот таких. Они срабатывают, но включить и выключить. Четыре гиркона. Все может работать как безопасность на открытие дверей и окон устанавливается. Такой набор маленькой отверточки с разъемами и 4 датчика температуры будет указывать температуру, которая находится у вас в помещении. Вот это и есть вот такое вот пакетное решение. Сейчас вышла Metaforza 2. Вот. Тоже, если появится у нас она в руках, я сделаю обзор. Там чуть изменено. Там будет уже каналы с диммированием света, освещенности можно менять, яркость увеличивать, уменьшать. И там расширение больше. Это я покажу вам. Так что вот так, друзья. Это очень качественная система. Советую вам ее приобретать, кто хочет себе сделать умный дом в строящемся доме либо квартире. Еще в процессе выпуска Larnitech беспроводной системы. Вот. Это будет самый лучший вариант для умного дома, самый разумный, чтобы не попасть на всякую фигню, купить ее там на AliExpress. Да, цена будет маленькая, но работать это будет, поверьте мне, не так, как вот эта система. Так что всем советую. Заказчик этот будет устанавливать ее сам. Все видео, обзоры, все есть в интернете. А мы являемся представителями в России компании Larnitech.ru. Так что обращайтесь. Спасибо за просмотр. Пока.